вопросы, которые необходимо включить. Документы, чтобы на территории муниципального образования, к сожалению. Так. Потому что когда уже выйдет постановление, мы уже не... ...лица, что они входят... Постановление возникло. ...послушивался, было принято решение, что в этот состав... Я помню, вопрос о простании, почему этот вопрос... ...сколько включения объектов в определенном установлении. Закон. Были наши предприниматели, которые вам будут за организации, продающие технические условия подключения к сетям. Лидирует торговля прежде всего, то есть она, мы как курортный город, она всегда у нас будет лидировать малый бизнес в сфере торговли. Потом это, конечно, услуги различные тем же туристам. Вот я думаю, что вот это направление, оно и будет дальше развиваться, все, что связано с туризмом, потому что уже вливание денег, инвестиций в стройку таких не будет, как раньше, потому что даже те, кто занимался в стройке, будут потихонечку многие переориентировать свой бизнес именно на услуги.